Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас гречка с печёночными котлетками, огурчики, подливчик и айран. Но прежде чем начнем кушать, я хочу передать привет Елена Ледовская и, сейчас, секунду, Света Масленникова. Елена Ледовская. Передаю вам огромнейший привет. Привет от Денчика. Привет, девчоночки. Желаю вам хорошего настроения и отличного дня. А также хочу передать привет моему новому подписчику с Казахстана, Йоркин. Привет от Денчика. Ну, давайте приступим. Кушать. Всем приятного аппетита. Кто кушает со мной? Ребятки, и еще, давайте в следующий раз, если вы захотите кому-нибудь, чтобы я передал привет, давайте за привет 50 рублей. Ну что это за деньги? Это ни о чем. Давайте, кому надо передать привет, 50 рублей за привет. Ну, давайте кушать. И мне хорошо, и вам приятно. Жена нажарила котлет. Вот такую чашку большую. Печёночные котлетки с говяжьей печенью. Сейчас попробуем. Огонь. Что, подливчик? Очень вкусно. На запивончик взял айран. Он тоже такой прикольный напиток. Кисленький. Мне понравился. Что-то у нас суховато. Давайте подольем подливчику. Вот. Ну, подливчик такой, как совдеповский. О. Огонь. С котлетками. С печёночными. Сегодня ближе к вечеру. Такой ливень был смачный. В Искитиме. Молния. Гром. А вечером воду отключили. Может, авария какая-нибудь. Но зато огород поливать не надо. Кто не знает, мы живем в своем доме. У нас огород. В огороде растет картошка, огурцы, зеленушка.
кайфовые котлетки. Надо за грибами ехать. Такие дожди, когда пройдут, потом грибы растут. Вот он. Вот такой аран. Ну, как мне там написали в комментариях, вы что постоянно водку пьете? Ну, вот чтобы люди не думали, что я постоянно водку пью. Иногда я пью айран. Ой, какой он вкусный. Я на работу себе покупаю в бутылке. Но напомню, не будем наливать. Ну ладненько. Это нам не надо. В Искитиме уже вечер, ровно 9 часов. Отличный ужин, ребята, попробуйте. Гречка, совдеповский подлив, печеночные котлетки. Ну, подлив как? Просто обжаренная мука, залита водичкой. Ну и отдельно обжаренная морковка, лук. И все. И очень вкусно получается. Надо подтолкнуть.
чувствуется. Уже наелся. Ну вот мы и покушали. До новых встреч, ребятки.